Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Мы продолжаем играть в игру Dream Defense, Защитник снов. Так, забегаем в оружейную, ребят, я подкопил немножко денег. Я даже успел улучшить себе, знаете что? Да-да-да, именно вот это. Причем шестой, оказывается, уровень, это максимальный. То есть перчаткомет по фулочке прокачан, ребят. Так что купим маленечко патронов. Замечательно, и... Вот, вы меня просили, бери, говорит Рэй, значит, перчаткомет и ледяное ружье. И выкинь нафиг этого чертов лук. Я, ребят, так и сделал. Я выкинул этот лук, я взял себе именно ледяное ружье и перчаткомет, короче. Ну что же, пора, ребятушки, наверное, навестить вражин. Так, мы можем, так, погоди-ка секунду, улучшить. А почему бы и нет? Слушай, я надеюсь, что мы с вами будем сейчас таких звездюлей давать эпических врагам, что они просто офигеют от нас. Ну что, 16 уровень, поехали. Так, и у нас по бонусам что? 14 мороженое, 3 тотема и 4 динамита. Я думаю, что этого будет достаточно. Поехали. Ух, перчатка. Представляете, ребят, перчатка мед по фулке. 6 уровень. Выше только небеса, елки-палки. А, мумия возвращается. Да, я еще прокачал себе маленечко, ребят, шипы. Ой, погоди. Давай проверять, ребята. Ну, что я могу сказать? Шикарно, шик и блеск, смотри. С удара просто валим. Так, с мумии, говорят, вылетают вот эти вот скоробеи. Вот они, ребят, точно. Именно из мумии, когда мы ее подбиваем, они оттуда и вылетают. Будем знать. Иди отсюда. Так, я понял. Аккуратно. Так, мумия отдуплилась. Слушай, ну как-то изи у нас тут идет все. Очень даже хорошо. Блин, вот эта вот дополнительная их защита меня всегда раздражает. Давай вот так вот постреляем из заморозки. Так, секунду. Давай-ка их отталкивать. Так, а можем вот так вот сделать. Хоп, мороженое бросить. И пускай они там стоят у нас в заморозке. А знаете, самое прикольное, когда ты их замораживаешь именно напротив шипов. Они там стоят, ничего сделать не могут и в то же время получают урон. Причем довольно не кислый для них. Кстати, да, вот надо будет, наверное, мне еще прокачать вот эти вот шипы. Это будет вообще топчик на самом деле. Ну, конечно, на воздушные цели это не распространяется, да, урон. Но вот на всяких там привидений, оборотней и так далее, это очень даже еще как заходит. Ну что ж, давайте смотреть бонусы, да? Ну, точнее, не бонусы будем смотреть, а улучшать и приумножать их. Так, ребят, 44 тысячи. Давайте-ка мы посмотрим, смогу ли я... Так, зайдем в оружейную и по защите посмотрим. Сколько тут нужно? 11 300. Смогу? О, нет, у меня не хватает, ребята, 1500 кристаллов сна, да? Ладно, не беда. 17 уровень у нас. Ну, в принципе, те же самые враги, так что меня здесь ничем не удивишь. Но на самом деле, ребят, вот если говорить откровенно, ледяная пушка, ну, что-то не очень. Злая луна уровень называется. Ледяная пушка, ну, смотрите, вот. Очень долгая какая-то еще перезарядка у нее. Так-то она вроде бы и неплохо бомбит, да? Воу-воу-воу-воу. Так. Заморозочка сработала. Прям вот, вот здесь вот их. Так, тихо. Но перчатка мед все равно имбовий. Как ни крути, ребят. Имба и все здесь. Ага, воу-воу-воу-воу. Сколько их тут, смотрите, сколько скоробеев, ребят, этих. Даже, отвалите. Ай-яй-яй-яй-яй. Что ж такое происходит? Лампа, а ты будешь вообще тут помогать-то мне или нет? Ничего не делает. Сидит там, думает что-то. Так, оборотни. Мороженое. Классно. Слушай, я думаю, что здесь вот такая штука хорошо будет заходить. Чтобы сразу всех уничтожать, да? Вообще замечательно идет. Мультиубийство очень хорошо зарабатывает на них. А мультиубийство это, соответственно, деньги и плюшки всякие. Так. Куда разогнались? Вам слова не давали. Замораживаем. Так, давай этих тоже. Слушай, ребята, а может быть я был и не прав. Пушка-заморозка тоже вроде бы неплохо.
Есть! Прошли мы с вами еще один уровень и, соответственно, будем смотреть рекламку. Ну что же, мы подобрались с вами к 18 уровню. И тут какая-то голова... А, нет, ребята, это мы с вами получим новый вид бонуса. По-моему, это у нас... Сейчас, секунду. Зайдем в оружейку и посмотрим. Это вроде бы здесь, да? Нет. Значит, в защите. Погоди-ка, а где же? А где же у нас тыква-то это была? Я видел же ее. Погоди, или это враг? Ребят, это, скорее всего, враг. Я думал, что нам дадут новый вид оружия. Нет, это враг. Ну что же. Хотя нет, открывается тыква. Ладно, давайте пройдем и посмотрим, что же это за тыква такая. Так, я готов. Мамочки, лучше знать. Это точно. Кому это не лучше знать, чем мамочки, а, ребят? Верно? Верно. Так, бомблю, бомблю. Так, скоробеи, отвалите. Ай, как им не нравится, ребят, вообще. Блин, толкаем, отталкиваем этих всех гаденышей обратно. Обратно в преисподнюю, вот так вот. Иди отсюда, призрак замка, Марисвиль. Так, оборотни, по-моему, вообще самые изи по уничтожению, они крупные. По ним фиг, как говорится, промахнешься. Да иди ты отсюда, жужжит он мне здесь. Вот тебе и угу. Оу, смотрите, ребята, они всю защиту, я в плане шипов, смели, ты понимаешь? Всю смели. Это непорядок, верно? Верно. Раз, два, три, четыре. Почему мультиубийства не было? Я спрашиваю, почему не было мультиубийств? Вот. Последняя волна. И я готов, я жду. Причем оборотень, ребята, бегает в шортах. Я только сейчас обратил на это внимание, что он в шортах бежит, просто-напросто. Так, мумии. Опс. Так, погоди секунду, давай так попробуем. А еще, если так мы сделаем. Классно, да? Они даже ничего сделать не могут. Да ё-моё. Вылетают здесь всякие засранцы. Ну что же, еще одна ночь спокойно у нас прошла. Так, вы открыли тыква-бомба. Сильный урон множеству врагов. Вот так вот. Это что-то новенькое у нас. Так, ребятули, давайте посмотрим, что это. Ага, вот она где. Видно, я ее, ребят, не усмотрел. Так, 5 боеприпасов. Обновить за 4000. Давай мы это сделаем. Шикарно, можно еще разок? Можно. Так, и возьмем, пожалуй, вместо тотема. Я просто хочу, ребят, посмотреть, что она из себя представляет. Значит, сильный урон множеству врагов. Хм. То, что мне нужно, да? Так, а я могу прокачать себе вот эту пушку или нет? 1000 гемов нужно, офигеть. А вот эту мы с вами получим? Нет, нужно 300 тысяч. 300 тысяч, представляешь? Я имею в виду денег, чтобы ее открыть. Ай, ладно, пока справляемся без нее. Ну что, ребятули, 19 уровень, поехали. Выполняйте ежедневные квесты и выигрывайте элементы скинов. Я уже сегодня выиграл себе достаточно элементов. Так, ну что, проверим? Ого! Ребят, ну я вам скажу... Ой-ой-ой! Тихо-тихо-тихо! Да давай ты бомби! Офигеть! Да, тут какой-то... Тут накладочка, ребят, какая-то получается у нас. Давай вот так вот делать. Замораживать их, и уже вот эти вот... Мухи будут у нас уничтожаться именно в заморозке, потому что они больно быстро летят. Так, обезьяны еще здесь, а? Ну ты посмотри, всех сюда воткнули. Всех, как говорится, в кучу. Мумий нет пока? Пока нету. Нормуль. Так, иди отсюда, обезьяна. Иди. Так, а вот и мумия, ребят. А если так? Ха-ха, нормуль, я вам скажу. Давай так сделаем. И еще вот так. И вот так вот. Ну, я вам скажу, что тыква очень хороша. Мне понравилось. Есть смысл ее прокачать по максималке. Так, ну хорош, шимпанзе уже тут выделываться. Еще мумии идут. После этого вот так вот бросаешь заморозку, а потом вот так вот бомбочку. Оп! И классно все получается. Мультиубийство только рекой к нам идет. Еще 100 гемов сверху мы получаем. Ну что же, 20 уровень. Мы, наверное, с вами до 21 дойдем. Там у нас какая-то будет ведьма открыта. Ну что же, поехали. Так, зайдем в оружейную и посмотрим, что у нас
по снарядам. Так, тут хорошо. Перчатка-мед надо прикупить обязательно. Давай, 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 родная моя. Пятихаточку возьмем и нормуль. Так, по бонусам возьмем, наверное, с вами тыковок. Вот эти вот прикупим маленечко, да? Ай, красота. 21 тыква. Ну, и я готов. Так, тут у нас оборотни, обезьяны и мумии. Блин, мумии, ребят, самые противные. Потому что мало... Их-то легко подбить. А вот скоробей, которые летят, это уже плохо. Режим испытания, оказывается, у нас. Понятно. Тут все, ребят, по ихним правилам. Ихнее оружие, как говорится, я должен вот этим всем вооружением выжить. Хочет этого или нет. Как говорится, старайся выживать. Ну, у меня еще есть, конечно, бомбочки, ребята. Давай, 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 бомбим. Нормуль. Так, этих заморозили и уничтожили. Есть обычная, ребят, заморозка. Но я вижу, что смысла-то нет ее просто кратить. Верно ведь? Верно. Так, тыква мне выпала. Давай так, напряжение. Опа! Все, я научился, кажется, справляться со скоробеями. Как нужно делать там все. Просто, ребята, бросать на опережение. Как раз, когда эти летят. Смотри, вот сейчас вот полетят скоробеи. Смотри. Вот сюда бросаешь. И все. Блин. Слишком плотное какое-то кольцо, а. Ну. Вот так вот. Работает все-таки, ребят, все это дело наше. Ну, обезьянка, отдуплиться тебе пора. Давай так сделаем. Хопа. А еще. Вообще молодцы. Так, нет, надо поэкономить, мне кажется, тыквы эти. Секунду, подожди-ка, подожди-ка. У нас еще ночь-то длинная. Давай вот так вот сделаем. Нормулька. Так, что ты тут? Последняя волна. Готовы? Я готов. Так, не будем пока тратить. Давай, наверное, вот так вот расстреляем их. Ага. Эй-эй-эй-эй-эй! Да погоди ты! Успели, кажется, да? Разобрались. Ну что же, тем лучше для нас. И мы прошли 20 уровень, так что переходим на 21, а там появляется новый враг, ведьма, судя по всему. Да, ребята, какая-то ведьма, судя по всему, ну... Так, 21 тыква, 10 мороженого. В общем, я думаю, этого будет достаточно, чтобы проверить, что из себя представляет. Причем, смотри, динамит и тыква... Это два бонуса взрывных. Колдовской час называется уровень. Колдовской час, да, говоришь? Ну-ка. Ага, ведьма крепковата, я понял. Так, просто ее не подбить с одного удара. Нужно, как говорится, постараться, да? Так, хорош, привидение. Ага, ведьма еще чем-то бросается, оказывается. Да уйдите вы... И заморозка у нас, кстати, прокачана и долго довольно-таки держится. Надеюсь, вы успели это заметить. Что они там бросают? Какие-то бутылочки в меня, а? Да ну хорош, успокойтесь уже. Вы мне здесь нафиг не нужны. Так, шипы еще пока целые. Еще даже не повреждены. Последняя волна? Как-то изи. Что я могу по этому поводу вам сказать? И здесь же играем. Так, ведьма, успокойтесь. Дай-ка я сюда вот так сделаю. Ха-ха. Разбомбил. Заморозим. И пробиваем их. Ребят, самое фиговое, что они могут туда за конец экрана зайти, и я их не могу увидеть даже. Так, ну что же, мы прошли с вами уровень. Я думаю, что, наверное, еще один мы все-таки с вами осилим. Ребят, 22 уровень. А их всего 30, как вы помните. Слушайте, наверное, нам еще, ну, серии 2, может быть, даже одна, и мы с вами пройдем, скорее всего, эту игру. А может быть, что-то новое откроется? Не знаю, не буду гадать. Будем, ребят, с вами проверять. Поехали! Новые монстры, точнее, усиленные монстры. Монстры-то те же самые, но ведьмочка там, по-моему, в гневе. Праздник на лету. Праздник на лету, ну и название. Я уже вижу, какой тут обалденный, блин, праздник, эй! Хорош, отвалите. Мыши летучие. Так, оборотни. Отстаньте. У оборотней, по-моему, стала намного крепче защита. Они бегут через шипы, не получая повреждения. Странно. Но они были в облаке, конечно же. В защитном. Но все равно, смотри. Видишь?
Обалдеть. А вот когда этого облака нет, то тогда они получают урон. Мыши, валите. Ага, ведьмочки вышли. Ну, я вообще, ребята, вот честно говоря, вот вообще прохожу сейчас в данный момент на изи. Наверное, все-таки благодаря тому, что я прокачал оружие. Да, мне пришлось потратить своего времени час, может быть, два, чтобы нафармить достаточно денег и улучшить свое оружие. Но оно того стоит, потому что я прохожу сейчас, ну, просто с наслаждением. Не дергаясь, не крича, не переживая. Просто вот, знаете, как и должно быть. Ну что, друзья мои, давайте последний этапчик на сегодня мы пройдем и будем, наверное, закругляться. Так, ничего нового нету, все то же самое, так что без проблем все это расколошматим. Да, вот эти вот, так, жутко вкусно называется. Жутко вкусно, говоришь? А почему тебе так жутко вкусно? Блин, вот, ребята, уровень Хэллоуин самый длинный, да? Но не хотелось бы, чтобы он был последним. Вот я вам серьезно говорю. Хочется что-то еще, чтобы сюда добавили. Может быть, оно есть? Пока мы с вами не прошли ее, ничего не буду утверждать. Так. Да хорош уже тут. Нахрапом ползут. Не дают мне, ребят, даже подумать о чем-то хорошем. Так. Слушай, ну если тыква наносит столько урона на всего лишь втором улучшении, я боюсь представить, что будет это на пятом или сколько там, шестое, по-моему, максимальное улучшение, да? Последняя волна. Она будет просто с залпа уничтожать их всех. Всех, даже несмотря на то, что они там будут в защите бегать. Это будет круто. Это будет вообще великолепно. Так. Идите отсюда, валите, валите к ядре Нефени. Нечего вам здесь делать. Ой-ой-ой, как заморозка плохо против ведьм работает, а, ребят? Да, я думал, что будет получше, но нифига, ничего подобного. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте мы с вами будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующей серии. И надеюсь, наверное, что все-таки мы с вами пройдем эту игру. Ну а с вами был Рей, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Make a run together, I'll be by your side before we collide. And if the sky falls down on you, just speed it up before we collide. When we collide, let's make it last forever. I'm ready to fly before we collide.